Золотая медаль с алмазом. В финальном матче чемпионата мира по русскому хоккею встретились сборные России и Швеции. Героем игры стал воспитанник уральского Трубника Алмаз Миргазов. Первоуралец забил в ворота соперников 3 гола. Чемпионат мира по русскому хоккею проходил в шведском городе Венерсберг. Сюда съехались сборные Европы, Америки, Азии и даже Африки. Почти 20 команд. Чемпионат длился 2 недели. В финале за первое место боролись сборные России и Швеции. Посмотреть игру пришли более 4000 болельщиков. Первый тайм. Хороший результат показывала сборная Швеции. Скандинавы забили 3 гола, наша команда ответила одним. Но во втором тайме российские хоккеисты сравняли счет 5-5. Причем первоуралец Алмаз Миргазов отличился 2. Уже в дополнительное время воспитанник уральского Трубника забил гол, ставший для нашей команды золотым. Российская сборная в 26-й раз стала чемпионом мира по русскому хоккею.